Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите самарские новости спорта. «Лада» сражается за подиум чемпионата мира по кольцевым гонкам. Самарские шпажистки выиграли звезду Балтики. Мини-гольф – областной турнир для семейных команд. 10 семейных команд Самары и Тольятти разыграли призы областного турнира по мини-гольфу. На первом этапе нужно было пройти 18 лунок на счет ударов. В финале встретились 4 команды. За бронзовые медали мячик катали семьи Машковых и Лысовых. В итоге третье место со счетом 7-4 заняли Лысовы. Как и год назад, в матче за первое место встретились команды Нестерович-Чикины. Прошлый чемпионат области выиграли Чикины. В этом году семья Нестерович взяла убедительный реванш со счетом 6-2. Екатерина Тарасова и Ирина Охотникова выиграли звезду Балтики. Самарские шпажистки уверенно победили в командном турнире на всероссийских соревнованиях по фехтованию. За медали сражались 36 команд, составленные из сильнейших юниоров России и Прибалтики. Первый состав сборной, в который вошла Охотникова, уверенно одержал победу со счетом 41-28. Второй спортивный коллектив, где выступала Тарасова, вырвал победу буквально на последних уколах. 45-43 – итог финала. Седьмое место занял пилот «Лады» Ник Кацбург на японском этапе чемпионата мира по турингу. В итоговой таблице голландец по-прежнему сохраняет тоже седьмое место в зачете гонщиков. Этот сезон для тольяттинской конюшни складывается удачно. 8 подиумов, в том числе 2 чемпионских. Очередной старт чемпионата мира по кольцевым гонкам пройдет в Китае в последний уикенд сентября. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.